Искусство успевать – одно из самых важных для современного человека. Мы все стремимся успеть, причем все и сразу. Не всем, но многим это удается. Одна из них – это Ляйсян Бареева, предприниматель, мама двоих детей, автор проекта «Вдохновляй и вдохновляйся». Помогает женщинам найти свое предназначение и умеет правильно планировать свой день. Очень важный навык, что мне помогает, это заранее планировать свой день, заранее планировать свою неделю. А это начинается с умения ставить долгосрочные цели на 10 лет, даже на 20, на 10, на 5 лет, на год. Потому что мы должны понимать, к чему нас приведет наш сегодняшний шаг. То есть, что я такого должна сделать сегодня, чтобы через 25 лет прийти к этому успеху. Если мы все-таки пренебрегаем каким-то действием сегодня, каждый раз говорим, что я начну день с понедельника, да, то мы тем самым забираем у себя успех через 20 лет. Потому что мы все понимаем, что вот именно определенное количество шагов приведет нас к этому действию. И качество – это и есть набор количества. Хорошо, со временем определились, а где брать силы для реализации новых дел и идей? Ведь это очень важно. Реально отдыхаю, думаю, пытаюсь думать о позитивном. Вот, настраиваться, конечно, на позитив. Побольше добра, побольше настраиваться на добрые дела, и, в общем-то, все хорошо будет. Внуки дают мне силу. У меня двое внуков, старшая внучечка уже в университете учится, вот маленькие 2 года. Надо хорошо кушать и спать 8 часов, тогда будете все успевать и будете силы на все иметь. Это раз. Во-вторых, у вас Казань настолько замечательный город, люди здесь никуда не торопятся. Но я смотрю, они все успевают туда, куда хотели бы, успеть вовремя. Каждый день мы делаем по 100 дел и уже даже не замечаем своей загруженности. И зря. Ведь именно из-за перенапряжения возникает упадок сил и плохое настроение. Стоит хоть чуть-чуть расслабиться, и нагнать упущенное будет почти невозможно. Мы каждый вечер, когда ложимся спать, обязательно ставим наш телефон на зарядку. Потому что иначе он работать на все еще не будет. Но очень часто, особенно женщина, забывает про то, что себя тоже надо наполнять. Во-первых, это спорт. Также что еще наполняет? Это питание. Конечно же, вот как говорят, в здоровом теле здоровый дух, а здоровое тело – это когда мы то, что мы едим. Обучение, новые знания, новые открытия. Спокойная мама, спокойно все вокруг. Каждый восстанавливается по-своему и строит деловой график, исходя из своих целей и их важности. Доверяйте себе и своему сердцу, ведь оно главный источник вдохновения и навигатор в жизни.